В Лондоне задержали уже 7-го подозреваемого в совершении теракта в столичной подземке. Это 20-летний житель уэльского Кардифа. Его доставили в участок. Из 7 арестованных троих уже отпустили. Еще троих удерживают под стражей сейчас. А одному, 18-летнему Ахмеду Хасану, предъявили обвинение в попытке убийства. 10 дней назад на станции метро Парсонс Грин произошел взрыв, в результате которого пострадали 30 человек. Самодельное устройство сдетонировало лишь частично. В противном случае жертв могло быть значительно больше.